Чтобы прочистить все засоры, в трубах работают две спецмашины. Одна подает под сильным напором холодную воду, другая откачивает грязь. За день специалисты муниципального предприятия инженерные системы могут очистить до 15 дождеприемников. Работа у нас есть всегда. То есть надо всегда проводить плановую, скажем, очистку, то есть профилактику, иначе просто может случиться беда. В этом году уже очистили и отремонтировали почти 2000 колодцев. В первую очередь работы вели на улицах, где проводится ремонт асфальтового покрытия. Мы синхронизируем работы по ремонту сетей, то есть чтобы к началу работ по ремонту асфальтового покрытия в 2016 году уже все коммуникации были переложены, чтобы не пришлось потом уже разрушать асфальтобетонное покрытие. Особое внимание в этом году бесхозным участкам дождевой канализации. Чаще всего эти коммуникации уже разрушены и завалены мусором. Чтобы привести их в порядок, инженерные системы берут сети на баланс. В этом году приняли порядка 10 тысяч километров. В целом, по очистке дождевой канализации в городе уже превысили объем работ прошлого года. К весеннему паводку дождевая канализация уже готова. Ее промывают круглосуточно. В этом году уже очистили 58 километров сетей. В планах до конца года еще порядка 5 километров. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.